Доброе утро. Мы в офисе 1580 узнаем традиционно, что произошло за последние сутки. Сегодня четверг. Доброе утро, Сергей. Доброе утро. За прошедшие сутки у нас зафиксировано одно ДТП. На перекрестке улиц Маршала Бирюзова и проулка Шевченко перекинулось маршрутное такси. Врезался в него легковой автомобиль, два человека с травмами доставлены в больницу, у одной женщины 60 лет серьезные травмы, переломы ребер. Сейчас идет разбирательство, как так получилось, но есть вероятность того, что водитель легкового автомобиля был в нетрезвом состоянии. То есть именно легкового? Да. Случилось это уже в 11 часов вечера, маршрутка уже ехала последнее кольцо, и такая ситуация возникла. На сегодня у нас по погоде ожидается похолодание, днем минус 2, минус 7 градусов и ожидается небольшой снег. В принципе, вчера больше никаких отключений не было, были небольшие плановые работы по ОБУНР, а у нас район Кабыщанов, Гончарова, Долженко оставался ненадолго без света. Ну так, в принципе, сутки вчера прошли спокойно. Хорошо. До Нового года осталось 2 дня. Надеюсь, что будет, в принципе, все проходить у нас спокойно. И хорошего всем настроения. Спасибо, Сереж. До завтра.